Здравствуйте. Меня зовут Гукова Елена Александровна. С 2013 года я начала записывать свои экскурсии по Крыму на диктофон и продавать их через свой сайт, адрес которого под этим видео. Аудиоэкскурсии – это новый для Крыма экскурсионный продукт. Многие из отдыхающих не знают, что это такое. Поэтому я и записываю это видео. Аудиоэкскурсия – это цифровая диктофонная запись экскурсии в виде аудиофайлов, автором которой, как правило, является экскурсовод. Аудиоэкскурсию можно воспроизводить на смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах дома, а также на автомагнитолах в автомобиле. Аудиоэкскурсию можно прослушивать как через динамики, так и через наушники. В чем же преимущество аудиоэкскурсии перед экскурсией с реальным экскурсоводом? Первое. Аудиоэкскурсию вы получаете навсегда, и пользоваться ей можете в любое время суток, в любое время года, в течение всей вашей жизни. После экскурсии с реальным экскурсоводом полученная информация со временем забывается. Второе и очень важное преимущество аудиоэкскурсии существенно экономят ваши деньги. Это идеальный вариант для студентов, пенсионеров и бюджетников. На экскурсию с реальным экскурсоводом семья из 4 человек потратит в среднем 4000 рублей. Один экскурсионный билет на всю семью купить невозможно. Эта же семья потратит всего 400-500 рублей за один экземпляр аудиоэкскурсии, которую можно скопировать на гаджеты всех членов семьи или всех членов вашей компании. Материальное преимущество использования аудиоэкскурсии или аудиогидов очевидно. Я сама очень люблю пользоваться как своими, так и чужими аудиогидами. Это очень выгодно и удобно. Распространяйте это видео для тех, кто еще не знает, что такое аудиоэкскурсии. Добро пожаловать в Крым! Там такое...